Приветствую всех подписчиков гостимого канала, с вами Елена Смирнова, и как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться с вами новым проектом, это новинка. Если ориентироваться по новостям, то стартовал он 10 октября, сегодня у нас 13, работает 3 дня. Мой майнинг пол, это майнер, это, друзья, инвест проект. Я вчера загрузила видео, залила себе на YouTube моего вышестоящего спонсора. Вышестоящий спонсор – это человек, по чьей реферальной ссылочке я зарегистрировалась. Она там все подробно рассказывает. Ну, сегодня я решила свое видео записать. Здесь можно, если нажать на значок, перевести на русский язык. Видим, да? Английский, португальский, испанский, русский. Можно поставить свой язык, какой вам надо. Значит, в проекте уже более 3000 человек. Всего депозитов. Пошли выводы. Ну и работает октябрь месяц, да? И здесь 3 инвест-плана. Минимальный депозит здесь $5. Хочу сразу сказать, что у этой администрации или этого администратора был проект. Как бы я вот вчера загрузила видео, и она там все рассказывает. Первый проект отработал 13 месяцев, если мне память не изменяет. И администрация выплатила все как бы до копейки. Можете посмотреть. Я оставлю видео в описании под своим видео. Можете посмотреть мое, можете посмотреть моего пригласителя. Значит, первый план. Минимальный депозит $5. Вывод отсюда на Perfect Money от $1. Начисление ежедневное и 400 ГХС. Я зашла по минималочке, у меня сильно денег больших и нет, на $5. Ну а там, конечно, возможно, я еще буду пополнять. Значит, и вклад работает 90 дней. И вот сразу здесь как бы калькулятор. Если вот там, например, $10 внесете. Сейчас я... Это все можно рассчитать. А, так. 5 удалю. Но вот все равно. Ну ладно, если, например, $50. Да? Рассчитываем прибыль на 90 дней. $1. $90 получим. А если я вот на $5 за 90 дней, я получу $9. И также $100. 200 на 90 дней. $216. 1500. Это уже идет тут процент. 2,4% в день. Этот 3% в день на 90 дней. И $4050. Это все можно посмотреть. Значит, что здесь? Партнерская программа 3 уровня. Первый уровень 10%, второй 3% и третий 2%. Это все можно перевести и почитать. Здесь они пишут, как начать зарабатывать, зарегистрироваться, пополнить баланс, активировать майнер, выбрать свой инвест-план. Майнинг план и выводить прибыль 24/7. Здесь последние как бы депозиты. Кто-то $15 закидывает, кто-то $5, ну а кто-то и по $200. Кто как может. Ну и последние выплаты. Вот пошли $23, $57, $179. Уже пошли первые выплаты. Ну и платежки здесь. Биткоин кэш, биткоин, лайткоин, перфект. Интериум написан, пока его нет. Значит, по регистрации, друзья, здесь регистрация наипростейшая. Кликайте регистрация.
прописывается username, email, два раза пароль, разгадываете капчу, нажимаете регистрация. На почту придет письмо, подтвердите электронный адрес, если же кого-то заинтересует. Я же войду в кабинет, это я в режиме инкогнито, друзья, чтобы вам показать. И я хочу сделать пробный вывод. У меня на балансе 2 доллара есть. Значит, наша домашняя страничка, сразу у нас партнерская ссылочка. И также я пополнила баланс. Кликаем «Пополнить». Выбираем платежную систему. Я пополняла с Перфекта. Сюда сумму пополнить. Ну и там дальше уже по накатанной как бы, да? Возвращаемся. Я пополнила. У меня вот здесь на баланс покупок было 5 долларов. После чего я кликнула сюда «Купить». И как бы у меня сейчас я не куплю, так как у меня денежек нет. Кликнула «Купить». И все. У меня все активировалось. Так. Активируйте майнинг и выводите ежедневную прибыль. Значит, и здесь что? Активность аккаунта. Последний депозит 5 долларов. Общие депозиты, начисления мне еще пока нет. Вот у меня реферальные начисления капнули. Далее, настройки. Здесь нет ничего. Как бы пароль поменять. Майнинг план. И вот мой майнинг план активный, работает. Вот. Далее, рефералы. Здесь мои партнеры. Второй уровень, третий уровень. Ваш пригласитель, ну и все такое. Рефералы, транзакции. Здесь я пополнила баланс, сделала депозит. И здесь идут как бы реферальные начисления, как бы транзакции все. Инструменты. Здесь множество баннеров, если кому надо. И сразу есть ссылочка на как бы баннер, если оно надо. Новости. И вот по новостям вот здесь написано 10-10, как бы, да? Вот. И я ориентируюсь тем, что стартовал он 10-10. И вот здесь как бы, что они начали работать, все это можно прочесть. Вот у меня здесь стоит русский язык. Видим, да? Возвращаюсь на главную. Давайте сделаем пробный вывод. Перехожу на Perfect Money. Значит, обратите внимание, у меня баланс по нулям 33 цента. Я копирую адрес кошелька. Я с Pyra переводила. Можно перевести напрямую без всяких этих обменников. Можно перевести как бы напрямую на Perfect Money. Кликаю «Выплата». Выводим без копеек. Сразу у меня здесь стоит по умолчанию. Значит, криптовалюта биткоин Ethereum от 15 долларов. Биткоин кэш Litecoin от 5 долларов. Perfect Money от 1 доллара. Минимальный вывод. У меня на балансе 2 доллара. Я ставлю 2. Сюда я прописываю кошелек. Проверяем, чтобы все было верно. Кликаю «Вывести». Так, мы отправили вам сообщение с кодом. Скопируйте его и вставьте в поле ниже, после чего нажмите вот сюда на вкладочку. Я иду на почту. Значит, при каждом выводе нам будет приходить пин-код. Так, где у нас пин-код? Вот. Вот такой вот он пин-код. Мы копируем. Господи, еще не скопировать. Копируем пин-код. Обождите, я же косолапая. Так, переходим сюда. Вставляем пин-код. И нажимаем конфиг. Все, баланс мой списался, друзья.
транзакций здесь нету. Так, переходим на Perfect Money. И я перезагружаю страничку. Да, все в режиме онлайн. $2, друзья. Комиссию они не берут. Так, далее что у нас здесь? $2. Где у меня здесь транзакцию посмотреть-то? Вот так, наверное, кликнуть. И вот так, значит, смотрите. Нет. А, вот два. Нет. Господи. Мой аккаунт. Обождите, я с этим кошельком, если честно, друзья, не дружу. Так, как бы мне посмотреть транзакцию? Дата действия. Сейчас разберусь, подождите, продолжу. Вот, друзья, смотрите, это время 07.12. У них как бы время 13.10.21 год. Кошелек взял комиссию плюс $1.98. И вот комментарий. Обратите внимание, вот моя сумма USD $1.98. И вот комментарий ID майнинг. Мой майнинг пол. Все, платит инстантом. Вывод мгновенный. Так, значит, еще хочу обратить ваше внимание на вопросы-ответы. Читаем, что такое майнинг пол. Законна ли ваша деятельность? У нас имеются все документы и лицензии, позволяющие нам привлекать частные инвестиции. В общем, как зарегистрироваться? Как я могу изменить данные своей учетной записи? Могу ли я создать несколько учетных записей? Нет. Если мы обнаружим учетные записи, созданные с одного и того же IP-адреса, нам придется их заблокировать. И деньги будут на счету заморожены. Так что имейте в виду, с одного IP-адреса одна учетная запись. Как мне запустить майнинг? Какие способы оплаты вы принимаете? Это все-все-все можно прочесть. Выплаты. Существует ли лимит на вывод? Я вам уже сказала, лимит на вывод. Я на Perfect. От $1 на платежки криптовалютные кошельки. Тут, конечно, уже выше. Так, если комиссия за вывод денег. Нет, комиссия не взимает, взимает кошелек. Вот у меня, вот вы видели, да? Партнерская программа. Это все-все можно прочесть. Вот такой вот, друзья, проект. Да, я рискнула. Ну, надеюсь, я продолжу здесь работать. Он только запустился. На самом начале можно, конечно же, неплохо заработать. Ну и минимальный депозит здесь, как я уже сказала, от $5. Халявы здесь как бы таковой и нет. Ну, в принципе, на этом все. Смотрите сами. Хотите работать, работайте. Не хотите, не работайте. Это дело каждого. Это инвестиции. И всегда все, что связано с инвестициями, это риск. Имейте это в виду. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.